расскажите, какие у вас впечатления остались от игры? Довольны вы, как справились ваши подопечные? Результатом, конечно, доволен. То, что матч как складывался, понятно, что у нас проблемы были свои. Что не катались 2 недели, 14 дней ровно не катались на большом льду. Вышли, какой-то сумбур был. Понятно, что первый матч чемпионата тоже определенное волнение было, присутствовало. Во втором тайме были такие небольшие моменты, но опять же с провалами. 4-2 повели, потом 4-4 соперник перехватил инициативу. Были моменты, что там Сашка Морковкин подвыручил. Ну и в конце получается стандартное положение. Наконец-то забили с углового. И 6-й гол уже там в контратаку. Соперник раскрылся. Что можете сказать о команде? Чего ребятам не хватило? Как вы считаете? Ну, на поле было очень много сумбуру. Не всегда правильно взаимодействовали. Я честно скажу, что если так хорошо для нас сложился по результату первый тайм, не особо моментов не было, но я считаю, что и у наших ворот особо момент. Ну, такой равный тайм был, да, выиграли, то вот этот гол очень, он сам настораживается, когда нам сразу сравняли счет, что в течение 3 минут человек проехал посередине, там, отдал пас продольный, спокойно это все, и в один. Но вот такие моменты настораживают, что где-то мы не очень правильно играем именно в обороне, перестраиваемся. Ну и я считаю, что, по крайней мере, какое движение было на кубке, да, и сейчас не хватает нам движения. И, может быть, связано с этим примерно то, что много команде все равно молодых игроков. И первая игра, волнение, и, как говорится, ножки смотришь, там стоят, не всегда они бегут. Дима Барбаков, честно говоря, пропустил, тут у нас больше недели, 10 дней, видно, что он выпадает из игры. Не все ребята, так скажу, что на своем уровне сыграли. Ну, в целом, сама игра мне понравилась, в принципе. И то, что и проигрывали 4-2 до конца, и инициативу перехватили, и движение было. Но ну, если ты не добиваешь, ты никогда не выиграешь. Это закон. Не добил ты, добьют тебе обязательно. Еще у меня вопрос к вам по поводу пополнения команды. Пришел Павел Булатов. Как вы считаете, сможет он усилить команду? Какие надежды в связи с этим вы испытываете? Ну как не сможет человек, игрок сборной России, заслуженный мастер спорта. Ясно, что он команду нашу по-любому усилит. Потому что сейчас именно взаимодействие наше и его взаимодействие внутри команды как-то что-то нам перестроится. На этом месте играли другие ребята, сейчас он играет. Они сидят, значит, она как-то перестроится, найти место, использовать, правильно использовать всех, и Пашу использовать, и других игроков. В целом, конечно, это все равно должно быть усиление по-любому.